Здравствуйте, меня зовут Елена Орлова, и я вновь приветствую вас в праздничной веселой вечеринке ТВ «Шанс». Итак, я хочу задать несколько вопросов одному из дизайнеров. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Оксана Заренок. Очень приятно. А на каких показах вы представляете ваши коллекции? То есть где были ранее, где планируете побывать? На самом деле, это мой первый показ, и, конечно же, я хочу показывать свою одежду и на неделях моды, и, ну, дальше уже за рубежом. Я уже видела несколько платьев, мне очень понравилось, красиво, я думаю, что у вас все получится. Скажите, как давно этим занимаетесь? Ну, шью я уже, наверное, лет 10, но именно коллекцию выпускать начала 2 года назад. Помимо этого, чем-то увлекаетесь еще? Может быть, спорт, может быть, еще какие-то хобби у вас есть? У меня не хобби, я молодая мама, моему ребенку 2 года, и это мой вдохновитель на мои идеи, творчество. Это прекрасно. Я считаю, что это одно из наиболее важнейших направлений, как хобби, как любовь. Ну, в общем, понятно. Скажите, пожалуйста, какая у вас мечта в жизни еще, может быть, есть? Ну, моя мечта — это, конечно же, в сфере дизайна развиваться, шоу-рум свой открыть и... По России, конечно же, тоже хотелось продвигать свою линию одежды для девушек, которые ценят именно в себе красоту и для женственных девушек. Хорошо, я сегодня вам желаю удачи, чтобы все прошло на ура, и прекрасного настроения, и замечательного дня сегодня. Спасибо за интервью. Спасибо и вам. Всего доброго, до свидания.